Кавказская коса внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Завтра исполнится 28 лет со дня крупнейшей техногенной аварии в истории человечества – взрыва реактора Чернобыльской АЭС. На ликвидацию последствий аварии было брошено свыше 800 тысяч человек. Среди них около 6 тысяч жителей Латвии. Каждый второй чернобылец получил группу инвалидности, а каждый шестой уже умер. Сегодня мероприятие памяти жертв аварии традиционно прошло в университетской больнице имени Страдани. В нем, помимо ликвидаторов аварии, приняли участие представители посольств России, Украины, Беларуси и других стран. Минута молчания вместо рок-концерта состоялась сегодня у Дома конгрессов в Риге. Концерт «Мы хотим перемен» собирался провести конгресс не граждан. Однако полиция безопасности выдала негативное заключение. И, по мнению спецслужб, в мероприятии могли принять участие радикально настроенные лица, которые ориентированы на разжигание конфронтации. Как сообщили представители конгресса не граждан, минуты молчания они хотели почтить память, свободы слова и общественных собраний в Латвии.